Безвозмездные поступления в бюджет СРО предлагают увеличить более чем на 92 миллиона рублей в 2021 году. Все это субсидии, субвенции и межбюджетные трансферты. Также поступили деньги для возмещения части затрат предпринимателям, пострадавшим от распространения ковида. Это на оплату труда работников. Это возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, на оплату коммунальных услуг и возмещение недополученных доходов – это самозанятым гражданам. Также у депутатов была возможность предложить свои поправки в бюджет города на этот год. Алексей Городничев предложил расширить тротуар на Московской, установить урны и скамейки. Поправку не пропустили, однако вопрос не закрыли. В рамках ремонта дороги на Московской прорабатывают возможность расширения тротуара. Еще одно предложение Алексея Городничева касалось увеличения финансирования округов. Это деньги, которые выделяют депутатам на благоустройство дворов. Сейчас это 500 тысяч на каждого депутата. Алексей Владимирович предложил увеличить сумму до 800 тысяч. Поправку также отклонили, поскольку в этом году увеличивают финансирование программы поддержки местных инициатив. Еще одна поправка касалась установки видеонаблюдения на улице Некрасова. За 12 месяцев 2020 года на улице Зернова выявлено 149 правонарушений, а на улице Некрасова 60, в том числе в результате совершения которых возбуждаются уголовные дела. Ряд из них до сих пор остаются нераскрытыми, и лица их совершивших не установлены. Таким образом, данные улицы входят в число криминогенных улиц города Саратова. Как пояснили авторы поправок, Евгений Данченко и Олег Бабушкин, по вечерам на улице собираются много молодежи, рядом находятся питейные заведения. Недавно в том месте женщину ударили по голове, она попала в реанимацию. Установка камер видеонаблюдения помогла бы находить правонарушителей, а в каких-то случаях и предотвратить преступление. Этот вопрос вынесли на согласительную комиссию. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.